Хью, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Pirates Outlaws. Итак, мне остался только один герой, которого надо открыть, это у нас доктор. Надо пройти арену 50, ну, естественно, за кого ее проходить, как не за мечника. Единственное, я хочу посмотреть, есть ли тут у нас задания на арену, хоть какие-то призраков. Пиратской бухте, тут нету. Найдите Куко на арене. Это за музыканта надо. Ну, музыкант. Чё, попробовать музыканта взять? Ну, ему хреново будет там. Чё за Куко? Так. Давайте музыканта, чё поделать. Берем это задание. Арена. Поехали. Ему нельзя до хрена карт. Он тогда свои карты получать не будет. Так, ураган. Подтвердить. Давайте вспоминать, что это такое. Я сюда, собственно, как последний раз ходил, больше и не ходил. Так. Маска, маскировка. Пока она особо, наверное, не нужна. Вот наступательную позицию можно. Импровизация. Боеприпас меняется на выступление. Так. На-ка. Боеприпас, маска. 6 здоровья у тебя, говоришь, остается. На. Максимум здоровья. Удалить карту навыка, коммерсант, добыча. А, это платно, да, точно. Все, начинаю потихонечку вспоминать. Берем здоровье пока что. Карты сейчас не буду набирать. Буду стараться по минимуму брать карт. 50 волн, это 50 выборов. То есть 50 карт можно добавить. Наступательная позиция. Атака, вызовет крит попадания. Следующее. Хорошо. Так, тут у нас призрак. В небытие он уходить не хочет. Ну, значит, грохнем скота. Так, импровизация. Выступление. Это забыл уже, что мастер на все улучшение карты на руках. Одной. Случайной. Импровизация. Так, выступление. Ну, в принципе, маска есть. А если импровизацию улучшить? Ну-ка. Она же 2 восстановит тогда, да? Ну да. На. На. Пока без потерь. Все, выступательная позиция, надо выносить. Ё-моё, что за карты? Так, хотя... 10 урона. А, подождите, наступательная позиция. Наступательная позиция. Удар. А, все, да. Я забыл, что 3 урона прибавляется. Пока здоровье. Пока только тратим бабки. 1. Ой, это сильный. Его надо бы быстро убить. Только как это сделать? 10 урона. Сейчас и так у меня наступательная позиция. Но он же не кританет. Не кританет. А, 2 крита. Они, значит, стакаются, да? Ладно, хорошо. Так, на. Понятно. Выступление.
На. 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 Блин, сейчас я грибу. Чутка мне не хватило. Не хватило именно наступательной позиции. Так. Маска, маскировка. И хилимся. Хотя бы чуть-чуть. Улучшить случайные две карты. Почему бы и нет? Ну какого хера ты ураган мне улучшил, Скот? Мне нельзя было... Две самые дебильные карты улучшил. Вот реально. Так, погнали. Наступательная позиция. Минус 20. Держи. Держи еще раз. Если бы я знал, я бы вообще ничего не улучшал. Вот честно. И что мне тут делать? Никого я не убью. Ну разве что... Почему? Не убью. Наступательная позиция и на. А от этого я сейчас получу. Прикольно, чё. Луч пята его убил. Действительно. Куплю. Так. Подождите. Отхил. Улучшить карту ближний бой. Есть такие? Да, есть, удар же. За 31 карту. Пятая только волна. Только пятая волна. Так, у меня наступательная позиция. Но можно крит еще сделать. А зачем? Все равно же не убью. Все равно дважды придется бить. А так трижды. Тогда давай. Ну никак тут не получается, никак. Ярость она себе сделала. А я что буду себе делать? У меня дуэль, 15 урона нанести. На. Ага. Но она бить не будет, поэтому просто сделаем наступательную позицию. Она отхилилась. Хотя надо было... Ладно, вот сейчас крит есть. Но нету... Вообще нечем бить. Хм. Импровизация есть. Одна только. Толку. Да ну капец. Все, так все как-то дебильно. На. Я не знаю, как за него вообще проходить. Удар и наступательная позиция. Уже лучше. Так. Улучшение всех карт у вас на руках. Выступление. Не, в принципе, это нормально. Выступление, улучшение карт всех карт на руках, это прикольно. Вот сейчас можно это и сделать. Ураган усилен. Итак. Но для этого надо импровизацию сделать. Здесь будет маскировка. У меня сейчас наступательная позиция, поэтому пока стреляем, я могу его вообще убивать. Вот и все. Импровизация, маска. Все, чтобы у меня был вампиризм сейчас. Удар. Удар. Ой. Ладно, сейчас. Надо отхилиться. Импровизация. Маска. А чем? Нечем. Вы берете две карты. А нечем. А, и он отхилился. Она, он. Так, на.
Но у меня 6 брони. Ну ладно, сделаем побольше. Мало ли чё. Вот удар пришел. На. Отлично. Удалить карту. Удалить карту навыка. Ну вот добыча, и настал твой шанс. Акустическая атака. Чё, блин? Наносит 12 единиц, цель получает 4 единицы брони. Проникновение. И это навык еще. Ружье с гарпуном. Наносит 10 единиц урона. Сбросьте одну карту. Верните эту карту себе на руки. Нельзя использовать, если других карт на руках нет. Бред. Отравленные снаряды. Перезаряжает один боеприпас. Если цель враг, применяет к нему один случайный отрицательный эффект. Ну вот это и можно взять. Если улучшить, то может быть два боеприпаса будет перезаряжать. Води плохо. Наступательная позиция у меня есть. Они будут бить. Но можно сделать еще, чтобы кританнуть. Вот так. Ну, ураган, пора тебе, наверное, вступать в дело. Во-первых, от тебя надо избавляться, потому что ты меня уже бесишь. Не нужно мне выступление. А вот вампиризм нужно. Да что за хрень? Опять одно дерьмо пришло. Улучшение всех карт на руках. Так, можно сменить на выступление. Улучшить все карты. Побольше брони сделать. Черт его знает, сколько я его убивать еще буду. Так, это перезарядить боеприпас. На-ка. Один, два, три. И критулечка, 24 урона. Давай, пока. Отхилимся заодно. Все, хорошо. Какая? 7-я только волна, как долго? Выбрать карту навыка. Удалить карту добыча. Добыча. Точный бросок, слепота. Но ближний бой еще. А, до любого врага достает. Ладно, давай. Ни одной реликвии. Кока, интересно, на кой волне будет? Будет бить, будет бить. Прикольно. Так, маску делаем однозначно. Слепота. Так, так, импровизация. Выступление. Но тут выбора-то особо нету. Просто фигачим этого товарища. И вот так. Он промазал, отлично. Наступательная позиция. Так, сначала импровизация. Наступательная позиция. Еще одна есть. Держи критулю. Сейчас-то ты меня уже пробьешь. Поэтому вот так. Критулю оставим, но оставим и вампиризм. Пока. Мастер на все руки. Сейчас что у меня? Сейчас взять две карты. Ну-ка. Ну-ка. Наступательная позиция и удар. Хорошо. На-ка. Раз, два, три. Отлично. Маска. Нет. Сначала вот так. Теперь вот так. А теперь вот так. И фулл хп. Карту дальнего боя улучшить. Макс хп берем. Продолжить. У вашего следующего противника травмирована нога. Удар, выстрел, удар, бросок, маска. Так, что делать? Надо того-то убивать так-то. Ну, скелет сейчас вынесем. Блин, наступательной позиции вот не хватает мне сейчас. На, раз,
2 ана и не понадобится. 3. Угу. Вот она и пришла. Так, только сначала вот так, потом вот так, теперь вот так. Вот так. Так. 15. Есть еще наступательная позиция. Так, ну один критульчик у меня есть, а карт-то нету. Ну спасибо, блин. У него слабость, кстати. А теперь у него метка, кстати. И зачем я это сделал? Бить-то мне нечем. И он, конечно же, попал. Так, теперь нужен отхил. Криты есть? А чем? Я его убью сразу. Выберите карту ближний бой. Да, лучше добычу. Копирование карты. Кстати, копирование карты. Наступательная позиция. Вот такую можно. Давай-ка. Это босс 10-й, да? Угу. И мне пришла не улучшенная. Ну, конечно же. Он себя будет усиливать, поэтому нет смысла его сейчас ослаблять вообще. На. На. И вот так. 15. Ну, ярость. Пока убрать нечем. На. Вампиризм. Цепь накинул мне. Что дает? Нельзя бить рукопашку, да? Когда эта карта у вас на руках, вы не можете использовать карты атаки. В конце хода эта карта удаляется. Че, вообще не могу? Вообще не могу. Класс. А так тоже нельзя. И мне 3 карты атаки пришло в это время. Так, че, импровизация. Ну, он сейчас блок сделает спокойно себе. Мы ему спокойно сейчас сделаем что-нибудь. Кровотечение, хуже не придумаешь. Мастер на все руки. У нас стоит выступление, это улучшение всех карт. Больше брони. Почему нет? После него здоровье улучшится, нет? Два крита. Ну, вернее, восстановится здоровье после босса. После именно на арене. На. Чё? А-а. На. Ну и все опять. Опять приплыли, блин. Ярость себе сделал, сейчас опять будет мне эту хрень закидывать. Лепота. Так, ну там 3 крита у меня. Вот один, вот два, вот три. Ему он может промахнется. Но это... Ну, промахнулся в натуре. Но цепь добавил. Так, снаряды. Импровизация. О, вот это не карта атаки. Но, теперь что? Улучшение всех карт, но у вас на руках. Выступление. Блин! А, я могу сейчас на вампиризм сделать и взять 2 карты. Только мне может карта атаки прийти. А может и не прийти. Наступательная позиция пришла. Чё? А, нету. Очков действий нету. Боеприпасов, вернее. Поехали дальше. Слепота. Как раз вовремя. Это будет крит. Тогда сначала... Сначала наступательная позиция. Сначала надо было импровизация, а потом наступательная позиция. Че я опять? Блин.
И броню тогда не сделаю, да? Но зато его продамажу. Ослеп, мальчик. Оба попал. Так, поехали убивать. Так. Так. Так, все готово. А. Улучшить карту. За 44, а не жирно ли? Выберите карту ближний бой. Не, у босса берем добычу. Предметов не пришло. Качество превыше всего. Навык. Расходная карта. Улучшает все карты в колоде. Только на один бой, да? Конечно же. Навык. Добавьте стопку сброса 3 источника энергии. Бред. Огонь по готовности. 7 раз по 4 урона. Двойник. Так, здесь надо перемешивать. Ну вот, перчатка. Иммунитет к эффекту слабости. Да хотя бы что-то. Что за божественная мощь? Дает на руке одну случайно улучшенную расходную карту. Удаляется. Бред. Хотя не бред, нормально. Там может быть... Ну... А их расходных карт, их тоже там тысячи. Мастер на все руки. Выступление. Улучшить все карты. Давай. Как раз все неулучшенные. Заодно я посмотрю, что они из себя представляют улучшенные. Но тут понятно. Слепота Х2 будет. Здесь что? Перезаряжает 2 боеприпаса, либо 2 случайных отрицательных эффекта. Ну, импровизация знаю. Это я тоже знаю. Так, ну и что? Два случайных отрицательных эффекта. Две слабости. Так. На. На. Вот так. Нагребаем. Маска. Наступательная позиция. Улучшенная, кстати. Так. На. Удар. Один всего, черт. Но. Один хрен, я его и так убиваю. Теперь наступательную позицию. 15 урона. Он уже бежать собрался. Вы посмотрите, какой урод. Наступательная позиция, импровизация. Так, критульчик-то есть. Такая. А, ну и все, пока. Подождите. Можно так. Вот так, и теперь пока. 3 хп или сколько там? 2? 1? Улучшить карту дальнего боя. Улучшить карту. Дальнего боя, то есть пистолет. Добыча. Кинжал. Ближний бой наносит 14 единиц урона. Чем дальше враг, тем меньший урон наносит эта карта. Ну, вообще, я не думаю, что прям слишком. Что за кит? 7 урона наносит 15 единиц урона случайному врагу при сбросе другими картами или реликвиями. И бочка. Бессмертный хрип. 6 раз наносит врагам поблизости 3 единицы урона, наносит удвоенный урон ослепленным врагам. Да? Они ее вообще бить-то будут? Куда призывает? Врага мне надо ее призвать и самому убить? Или я к себе ее призываю, и они должны ее убить? Тоже непонятно. Двенадцатая волна. Во! Вот и кинжал пришел. Вот у меня есть тут наступательная позиция. И сразу получай. О, отлично. На. Все, посиди вот так. Держи. Наступательная позиция. Пока. Теперь ты. Маску одну сделаю на всякий. Еще наступательная позиция. Нету атак. Он сейчас поднимется. Можно улучшить все карты. Выступление нужно.
Так, теперь два боеприпаса. Ему вешаем какой-нибудь этот. Ослепление, отлично. Не факт, что он, конечно, вдарит. Ну, да. Ну и ладно. Улучшить карту навыка. Карту навыка какую? 3 макс максимального здоровья. Давайте берем здоровье. Денег ни хрена нету. Денег набрать бы день. О, блин, 3 трупа. Так. 2 трупа. Один трупа. Импровизация, импровизация, бросок. Так, на. Да, не убью. Он сейчас поднимется. Два икс четыре, да? Ну ладно. Пока. Улучшить 2 случайные карты. Во, вот это вот отличная тема. Выстрел и импровизация. Всего за 33 монеты. Ух, два этих скота. Так. Ну что же. Вот так. Дальше. Хана тебе, парень. Ну, он сам это уже понимает. Выберите реликвию. 50 монет. Ну вот, блин. Когда нужны деньги, их нету. Будем деньги сейчас собирать. Ураган. Расходная. То, что надо. Навык. Наносит 6 единиц урона. 3 раза наносит 6 единиц урона, если у вас есть опьянение. Бочка с шипами. Не, берем ураган расходную. Че? Можно использовать при наличии как минимум 2 врагов. Убивает врага с самым низким здоровьем. Не убивает... Не убивает врагов с здоровьем выше 100. Можно использовать при наличии как минимум... Ух ты ж, нифига себе расходная карта, я такую даже не видел раньше. Ух. Держи-ка. Здесь надо вот так. Да убить надо козла и все. Че на него смотреть, правильно? Так. Брони нету. Он будет блочиться. Ну, у меня там импровизация вон есть. О, маска. Так, супер. Надо отхилиться тогда. Так, маска. Берете 2 карты, если что. Есть там импровизация. О, вот и удар. Добивающий нашего товарища. Делаем отхил. Как было здоровье, так и осталось. А, он превратился в кучу навоза. Да блин, все наступательные позиции пришли. На, 26. Как так-то? 3 в одной раздаче. Хорошо, что он трупик. Так, хватит здоровья набирать. Надо денег набирать. Удар лопаты. Фигня, пороховая бочка. 15 урона случайному врагу. Берем бочку. Шестнадцатая волна. Блин, еще так долго до 50-й.
Немыслимо, просто немыслимо. Так, нужны криты, да? Криты нужны. Держи. Держи. Жальчик. Пороховой бучечек. Но у меня нету. У меня совсем. Совсем нету боеприпасов. А теперь нету урона. Не одно, значит другое. Это будет выступление. Так, держи. Того-то я, наверное, убил бы. Хотя нет. 9. 1 хп бы оставил. Блин. Такие лохи меня покоцали. Просто жесть. А так все хорошо было. И опять бред один. Так, ну допустим, убьем мы вот этого. Я хотел отхилиться вообще-то. Ну, может, на следующий ход. Хотя бы чуть-чуть. Здесь пороховая бочка. И маска. Как раз то, что надо. Будет критический. На. Ну, нормально. 8 здоровья. Ставить ловушку. Что это дает? Что это вообще такое? Я это никогда не брал. И никогда не понимал. Коммерсанту я же могу зайти и выйти, да? Штыковой удар, классная штука. Раковина дает одну брони при каждом использовании карты. Прикольно. В конце боя восстанавливает 6 единиц здоровья, если ваше здоровье ниже 50%. Иммунитет к слабости. Выйти. Чё, добычу берем. Отвага, что это? Навык. Нельзя разыграть. Плюс 1 к урону от атак, плюс 5 к максимальному здоровью. Когда что, она в руку приходит или что? Ну она же мне иногда и мешать-то будет, да? Не знаю. Посмотрим. Здоровье у меня 77. А было 72, да, она уже дала мне все. Все, что нужно. Просто она иногда мне будет мешаться. Так, ну что, поехали. 10 хочешь бить, а не плохо не станете. Так, делаем вампиризм. Сейчас надо будет лечиться. Во-во-во-во. А, какой вампиризм? Черт. Наступательный позишн. Пока. Привет. Эх. Наступательный позишн. Пока. Выберите карту ближний бой. Нет уж. Распыление, гипноз, бросок валуна. Дальний бой. Наносит 12 урона. И отбрасывает цель. Наносит критический урон врагам тяжеловесам. Стоит аж 2. Нафиг надо. Навык. Оглушает и полностью исцеляет врага. Удаляется. И с боссами будет мешаться. Если только в самом начале не придет. Будет мешаться. Не с боссами, будет помогать. Распыление. Дальний бой. 18 урона всем врагам. Ой, а можно ничего здесь не брать? Придется удалять карту. Берем пока гипноз. Потому что это самая такая безобидная, наверное, из них. Ну, естественно, она же не пришла.
Так, убиваем сразу товарища. 18 на 2 равно 36. А не 32. Почему так мало урона прилетело? Восемнадцать на два равно 36. Или у него что, брони было? 5 брони было? Я не заметил. Так. Нужен будет сейчас вампиризм. Значит, что? А импровизацию это тоже все равно придется делать. Можно сделать вот так. Вот так и вот так. Вот, вампиризм и брони чуть-чуть. О, а вот и отвага. Которую нельзя разыграть, которая мне мешается. Так, критулечка, на-ка. Чуть-чуть подхилились. Это нам. Вот так. Вот так. И сейчас добивать его. Чем? Пороховой бочкой. Хорошо, 66 здоровья. Улучшить карту навыка. Удалить карту. Ну вот. Или чё, как гипноз может оставить? Может добычу схватить? Может тут еще хуже что будет? Погоня. Метание сети. Наносит 6 единиц урона, если цель монстр применяет оглушение. Удаляется. Ерунда. Скрыть раны. Ранение. Удвоение. Дальний бой. Наносит 7 единиц урона. Критическое попадание во врагов со здоровьем ниже 50%. Нормально. Вот это нормально. Арена окутана туманом. Все ослепли. 19-я волна. Блин. От тебя может избавиться? При наличии как минимум двух врагов убивает врага самым низким здоровьем. То есть самого первого. А он в кучу говна превратится. Да нафиг надо. Вот, есть гипноз. Оглушаем кого? Дальнего, вот среднего, да? Слепота. Еще добавить слепоты. Ну, добавить слепоты можно, кстати, вот ему. Вряд ли я его убью, хотя, может, и убью. Давай тебе тогда. На тебе слепоты. Гипноз. Давай сюда. О, оглушение. Так, и масочка. Конец. Так, вот погоня. Со здоровьем ниже 50%. Крит попадания. Так, у меня вампирик. Ну давай. Мимо. Я все на это отдал. У него не менее 50%. А, еще лучше. Мимо, попал. Ослепление это прошло. Так, наступательная позиция. Хоть кого-то убить. Так, тебе на вот так, наверное. Нет, лучше мне. А он превращается в кучу говна или нет? Перезарядка. Тогда вот так. Жалко на него крит тратить. Не превращается. А, и тут броня, блин. Вот это, конечно, я не спалил. Ух, сейчас больно может быть. А сейчас будет больно, а не может быть. Брони нет. Ну, критически тратить на этого шакала. На. Дальше босс. Так, может попробовать как-то вылечиться, а? Когда он будет стрелять? Не сейчас. Где вся броня-то моя? Щет. Удар, слепота, маска, наступательная позиция. Так.
Крид взяли. Крид взяли. Импровизация взяли. Конец хода. Так, заряжает. Все, маска. Маска, ну и только точным броском. Хорошо, хоть он пришел. А удары не пришли, оба там остались. Улучшить две случайные карты. Давай. Маска. Гипноз. Но он бесплатный достал. Придется ставить гипноз. Вот он мне сейчас и поможет. И удалиться. Отлично. А я как раз смогу что-нибудь сейчас поделать. Только вот у меня выступление. Но все равно делаем. Делаем грязь. Почему промах? А, уклонение. Я вас понял. А он все равно вдарил, потому что я его вывел из оглушения. Прикольно. Классная карта использовал. Мечта просто. Так, наступающий позишн. Крит мы оставляем. 15 урона. Получай. Теперь маска вампиризм. Мимо! Был тут дурак. Да как ты мог промазать? Броня есть. Нету боеприпасов. А, у него всегда уклонение. Вот оно что. Вот оно как. На, ну хоть так. Вот, немножко хотя бы. Все, что я могу сделать? А, убивает врагов. Врага с самым низким. Но у меня нету боеприпасов. Вот, сейчас я ему могу убрать ему уклонение. Ослепление, отлично, чтобы не промазать. Так. Удар. Бросок. Импровизация, наступательная позиция. Ну да, каждый ход он с себя дебафы снимает. Нечестно. Неправильно. Шакал вонючий. Так, а дальше, поехали. Один боеприпас-то есть. Кинжал. Все. Победа. Улучшить две случайные карты. Конечно, сколько у меня осталось неулучшенных? Оу, хватает еще маска, снаряды. Блин, сейчас прикиньте, ураган вот этот улучшит. А он его сейчас возьмет и улучшит. Нет, фух. Надо уже избавляться от этого урагана. Пока в натуре я его вот так не улучшил. Гипноз. Сначала бьем, потом гипнотизируем. Наступательная позиция, пороховая бочка. Хорошо, что по тебе. Маска. Зачем? Ну да. Маска. А, он 100 брони себе сейчас сделает, правильно? Чтоб не сделал, держи. Куда он делся? Че это такое? Он взял и просто и ушел. 30 монет. Наконец-то начали деньги там давать. Так, дальше. Вот, ураган. Но он убьет вот этого. Пока рано. И полностью исцеляет врага. То есть, если я скелет исцеляю, он умирает? Нет. Я не знаю, что это было. Я просто захотел проверить. Тогда на. А его бить нельзя. Он тогда из оглушения выйдет, 100 брони себе сделает. А на следующий ход мы что-то придумаем. Например, вот это. Например, вот так. Ну, кому повезет? Скелету повезло. Ну, значит, 100 брони он себе сделает.
И сделал ведь 12 урона. Говорит, 12 урона будет бить. Тогда маска. Маска. Наступательная позиция. Ну и все, бессмысленно о чем-то бить. Тем более критом. Ну вот, а теперь убиваем. Чем? Блин. Бред. Сейчас он себе сделает 100 брони, и мне 5 атак придет. Слушайте, вы что, угораете? Что за ерунда? Меня это бесит. Вообще приколы. Удалить карту навыка. Слушайте, а гипноз мне уже нравится. Оставим его пока. Добыча. Опачки. Тиамисен. Удаляет все отрицательные эффекты в начале вашего хода, если у вас как минимум 10 единиц брони. А если нет, то ни хрена не удаляет. Острый перец. Вы берете карту каждый раз, когда теряете здоровье на вашем ходе. У меня это не происходит, мне он не нужен. Последний снаряд. Навык. Перезарядка боеприпасов до макс и завершение хода. Ну, не очень. Но с боеприпасами на самом деле проблемы есть. Но лучше что-нибудь другое. А то сразу завершение хода. Да хотя можно... Ну ладно, берем что-нибудь. Вот, 10 брони. Значит, убирать все отрицательные эффекты. Надо какую-нибудь броню, значит, брать. Карту брони. Ну да, давно уже надо было, потому что у меня вообще нет ничего. Ну, маска и все. Так. Тогда сначала маску. Наступейшн. Пороховая бочка. Кто счастливчик? Ты. Плохо. Наступейшн. Чутка пробью сейчас. Так, критический, в принципе, есть. Есть два критических. Есть гипнозик. Выстрел. Так, подождите. Тебе тогда. Гипноз-то тебе. Получай. Маску надо. В общем, мы убиваем вот этого. Этого так или иначе... Ну, нет, почему? Его можно убить. Попадание во врагов критическое. Со здоровьем. Но у меня и тут крит. У меня так или иначе крит будет. 22. Ну да. Хорошо, разыграл. Отвага, отравленные снаряды. Удар. Мастер на все руки. Так, мне нужен снаряд. На. На. Блин. На. Ну тут... Отхилиться я никак не смогу. Улучшить карту дальнего боя. Нет таких, наверное, уже не улучшенных. Добыча. Трубка. Если вы не используете карту атаки на вашем ходе, перезарядка нового боеприпаса в конце хода. Иногда может помочь, когда мне везет с картами и ни одной карты атаки не приходит. То можно. Так. Дальше. Есть гипноз. Можно его вот на второго запустить. Либо на этого. Отравленные снаряды, импровизация, наступательная позиция. Ни одной атаки. Ну, просто потрясающе. Вот лучше вот на этого, потому что он ослаблять будет. Его и загипнотизируем. На тебе вот это. Бочека. Пороховая бочека. Этого бы щелкануть сейчас сразу.
О! Я придумал. Мы его сейчас сразу щелкаем. Теперь мы используем ураган. Убираем ту дрянь. И остается только вот эта дрянь. И у меня еще есть наступательная позиция одна. Есть еще бочка. 20! Офигел? Ты шакал. Так, маска. Крит будет, да? Я его убиваю. 46 здоровья. Получить карту навыка, выведите карту дальнего боя. Так. Стрела в колено, слабость. Если цель пытается атаковать, теперь применяет слабость. Тройной выстрел. 3 раза по 3 урона. Можно его взять. Мне всегда нравилась эта карта. Притом, под дуэлью будет еще плюс 3 урона. Так, ну вот. Надо отхиляться. Блин, как больно они бьются, а? Баки. Хилимся, что делать? Офигеть. Офигеть. Так, гипноз. Пришел тогда, когда не надо. Этот лечить будет, да? Посмотрим, в кого бочка прилетит сейчас. Кого бы она ни прилетела, она его убьет. Прилетела в этого, который уже покоцанный. Так, импровизация. Наступательная позиция. На. Нефига лечить. Стой на месте, бородатая скотина. Гнилое дерево. Да, отлично, маска. Маска, ослепление. Убить бы на самом деле. Ну-ка давай-ка. Где карты мне? А, это улучшение всех. Ё-моё, перепутал. Ну, конечно же, попал. Так, ну посмотрим, как это будет. Фигачить. О! А, не, мало. 28 урона. Рассчитывал на большее. Так и не отхилился. Можно платно это сделать, но нет. Преобразовать карту — это бред. Караван, что это вообще такое, я не знаю. А, что-то купить. Шипастый молот. Наносит критический удар раненым. Не надо. Бьющееся сердце. 12 максимум здоровья, нифига. Чары. Улучшать предметы. Удаляет все отрицательные эффекты в начале вашего хода, если у вас есть броня. А, вообще, если есть броня. Вот это классно, кстати. Будет. Если вы не использовали карту атаки на вашем ходе, перезарядка 2 боеприпасов в конце хода. Ну не. Во! Офигеть! На варежку нельзя. А почему на варежку нельзя? Все равно надо что-то выбрать. Добыча. Опачки. Цена этой реликвии будет фиксирована, когда вы ее получите. От 1 до 200 монет. То есть это только на продажу. Ну и продадим ее. В чем проблема-то? Так, у меня атака. Брони нет. Есть наступательная позиция. 28 урона. А, 28 урона, да. Так, ну тогда что? Тогда можно, знаете как? Можно сделать вот так. Вот так. Нормально. По нему, если бить, у него усиливается урон. То есть сейчас мне вообще по нему нельзя бить. Импровизация тоже нафиг не нужна. Пусть четверочку вдарит, а на следующий ход надо убить. Чем? Гипноз есть, ладно. Наступательная позиция. 1, 2, 3,
А, и мы его отхилим тем самым. Ну ничего страшного. Крит есть. Маска. Слепота. 15. И 9. 24. Блин! 24! Это не пол хп. Значит, погоня его не это. А, подождите. Здесь будет критический. Значит, погоня его кританет. И слепота еще будет. Так, на. Опасную игру я играю. 6x2. Слепота. А, все, пока. Пока-пока. Надо было сначала маску сделать, да? Чтобы отхилиться. Все равно бы крит прошел. Удалить карту навыка. Нечего. Добыча. Какая волна? 26-я. Блин, может отхилиться, пока я не помер. Ладно, блин, буду надеяться. Лечебное зелье. Эффект восстановления плюс 2. Можно. Останется одно и продадим. На этом ходе атаки не промахиваются. Банановое пиво. Восстановление 5 очков здоровья. Еще по 1 очку здоровья за каждый эффект опьянения. Блин, надо убрать. Че они мне попадаются? Надо их в этом выключить. Ненавижу эти опьянения. Так, смотрим. Наступательный позишн. И сейчас меня отагрейшн. Неплохо так, отагрейшн. Так, кого-то ослабить. Давай тебе ослепление. Ты промажешь. Смотри, как ты мажешь. Супер. Дальше. Ну вот одни атаки. Можно, конечно же, улучшить, да? Тройной выстрел. Сколько будет? Будет 5. 11, 24, 34 и 12. 46 урона. Не убиваю. А если будет 5, то тут будет 15. 49 урона. Не убиваю. Вот и все. Я все равно его не убиваю. Получай. На, скот, на. И еще 8 урона. И поменялись. Так, есть гипноз. Его под гипноз. Так, от этого барахла сейчас сразу избавиться. Все, пока. Вот, мне нужна маска. Сначала гипноз, наступательная маска, и будем хилиться. Блин, если сейчас я на нем не отхилюсь, то буду лечиться уже в этом. Есть критический удар и вампиризм 25%. Поэтому, на. 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 29. Ну, норм. В принципе, норм. Маска. Здесь не критический, но с отхилом. 38. Отвага и привязаться ни одного удара. Но броня хорошо хоть есть. Что у меня? Вампиризм — это две карты. Отравленные снаряды. Так, импровизация. Давай, вот так. Витулечку. Броня нужна. Нету брони. Брони нету пока. Двадцать седьмая волна. Так, ну чё? Добыча. Шипастая лоза. Атаки в дальнем бою причиняют одно ранение врагам, у которых уже есть ранение.
чисто на продажу. Блин, а что я сейчас Тони продал? Я назад не могу сделать, не могу. Рогатый щит дает 12 единиц брони. До начала вашего следующего хода при нападении на вас наносит атакующему 5 единиц урона. Классно, кстати. 12 брони. И плюс еще и урон наносит обратный. И плюс к тому мне броня нужна, чтобы отрицательные эффекты выбирать. Хотел броню получить. Так, у меня стоит вампиризм. Вампиримся. Можно, конечно, его крита... можно его убить просто. А на том потом отвампириться, да? Ну да. Так. 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 А, и как это сделать? Маска, почему? Маска есть. Маска, удар, все есть. Бочка лучше даже. Так, вот. Раз, два, три. Так, еще есть маска. Есть импровизации. Две. Делаем их обе. Сразу масочку. Накидываем товарищу. 62 здоровья, 67, ну во, во, пошло дело. Сейчас я на нем. И отхилюсь. И все, ты покойник, дядь. 72. Да. Боеприпасов нет. Ну, значит, тут вот так. Хорошо. Карту ближний бой улучшить. Все улучшенные, по-моему, да. На, вот ближний бой. Слепота улучшится. Да давай. Ваше выступление на арене потрясло зрителей. Хорошо, рубин, 5 к урону. От всех атак, полное выставление здоровья. Выберите карты до максимума. Конечно, урон. Тут даже думать нечего. Атака у меня стоит, да? Есть гипноз. Наступательная позиция и... почти попрощались с капитаном усатым. Ну, чё тут? Так. У меня не было брони, поэтому... надо какой-нибудь мне артефакт, чтобы он мне автоматом броню давал. Вот как типа за использование карт, который там был. У коммерсанта 180 он стоил. Поэтому нужно добычу. А сейчас босс, да? А, блин, я же хотел продать. Но пока есть что... Сколько ты? 88 в итоге. Ну ладно, все равно неплохо. Все равно неплохо. Я сейчас, в принципе, могу ее продать. Сейчас 29-е будет или сейчас уже 30-е будет? Вот черт его знает. Погнали к коммерсанту. Вот, дает одну единицу брони при каждом использовании карты. Продать. Во-первых, тебя. Тебя тоже сразу же. Пока не поздно. Если вы не используете карту атаки на вашем ходе, перезарядка одного боеприпаса в конце хода. Тоже, наверное, туда же должна отправиться. Иммунитет к эффекту слабость. Но пока пусть будет, успеет. Если у вас есть броня, вот. Нормально. Раковина. При использовании карты дает одну единицу брони. Не лучший, конечно. Потому что бить-то меня все равно будут. Ууу, вот. Вы получаете 2 единицы брони на каждого врага. То 80 надо копить. А продается она за 40. Это 190 продается за 40. 116 монет у меня еще остается. Это стоит 180, да, и продается за 80. Вот как так? Нечестно же.
Добыча. Песня Барда. Перезарядка одного боеприпаса, улучшение случайной карты на руках. Блин, а если у меня все карты будут улучшены? Ладно, придется ее, наверное, убирать. Детонация. Наносит 12 единиц урона, критическое попадание, если вы в ярости. Да, 30-я, босс. Все правильно. 29-ю я, значит, прошел. Че за хрень? Горбатая. Че за горбунь? Рубин. Наступательный позишн. А бить-то чем? Ну на. Так, маска. Вот не надо ему. Он мне хочет закинуть какие-то эти проклятия. Нефига. Рукатый щит. В принципе, он сам себя тогда убьет. Слепота, песня Барда. Улучшение карты на руках. Прикольно, все улучшены. А как мне рогатый щит сделать, я не могу. А, вот, перезарядка боеприпаса. Ну давай. Рогатый щит. Памс. Его можно еще и ослепить, чтобы он слишком много у меня брони не поснимал. Но лучше ослепить будет эту дрянь. Дрань. На, дрань. Что она мне сейчас закинет? Что-то закинула. Я не успел прочитать. О, удар, удар. Сейчас еще крит. Там ослепление. Боеприпас себе, значит. Броня прибавляется за каждый этот. На, собака, на. Пол здоровья потратили, промазала. Кинжал, импровизация, супер. Так, импровизация это будет выступление. Не супер. На. Так, еще будет проклятие закидывать. Теперь импровизация. На, блин. О! Так ты не горбун, оказывается. Разложение. Нельзя разыграть. Вы теряете всю броню, если вы взяли эту карту. Ага. То есть, когда взял. Ну, сейчас-то я могу сделать себе. Так, импровизация. И маска. Берете две карты, да? Давай. Отравленные снаряды. Так, он будет улучшаться. Вот так. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Что хорошо кончается. Так, погоня. Кританет, когда я вдарю двумя ударами. Поехали. Наступательная. Держи раз, держи два. Держи погоню. Три крита, 75 здоровья остается. Еще гниение какое-то закинул. Так, есть рогатый щит. Он как раз собрался бить. Но нету боеприпасов. Тут только слепота. Мимо! Фига везет. Метка. На мне метка сейчас будет, да? Дает эффект метка, если вы взяли эту карту. А, нету, у меня броня, все, нет. Ха, ничего не работает. Никакая твоя метка не сработает. Он хотел сейчас ракет, в общем, вжарить меня. Но ничего у него не выйдет. Держи. Импровизация. Песня Барда. Даже броню не пробил. Все, лох, ты... Ты покойник. Изи. А с этого момента, ребята... Мы продолжим уже в следующей серии, потому что видос может затянуться очень-очень надолго на этой арене. Ну и если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.